кинолагерь «Киностар» и Одесская киношкола имени Верхоловной представляют фильм «Литейщики». Вань, давай станем блогерами. Блогерами? Ага, создадим свой канал на Ютубе и будем его вести. Ты будешь снимать, а я буду вести блог, а потом наоборот. Так мы будем ютуберами или блогерами? Вечно ты умничаешь. Ну как тебе идея? Идея неплохая, а что снимать будем? Да что захотим. Вон, даже Катька снимает свой блог про прически. А ты откуда знаешь? Моя сестра ее смотрит. Я вас научу, как правильно красить губы. Так, во-первых, если вы новичок, то лучше всего взять для этого зеркальце. После этого откроем помаду и немножечко ее открутим, так как если мы ее сильно открутим, она может просто сломаться. Возьмем зеркальце и начнем красить верхнюю губу. Ее надо красить с середины и до конца. Затем вторую губу. Продолжим на нижнюю губу. Ее легче намного рисовать, так как у вас лучше это получится. Где-то что-то не докрасилось. Не беда, можете просто сделать вот так. Ну все, я вас научила, как правильно красить губы. Всем пока. До встречи на моем следующем блоге, где я вас научу, как правильно красить брови. Чао! И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Чао! Может, с ним про наш класс? Хотя... Юлька Ворона снимает. У нее уже 2000 подписчиков. Как? И она туда же? Да все уже там. Даже твоя соседка тетя Люба имеет свой канал на Ютубе. Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшний выпуск моего блога посвящен поливу цветов. Для полива своих цветов я использую только отстоянную воду, так как наша водопроводная вода слишком хлорирована, что может повредить дальнейшему их цветению. Также цветы желательно не поливать под прямыми солнечными лучами. Да, Ромка с Колешем играет в Майнкрафт. Коль, привет! Во что играешь? В Майнкрафт. О, можешь с тобой? Давай, садись. Что будем строить? Давай бункер построим. Отличная идея, давай. Слушай, а ты прошел на дракона? Еще нет, а давай его вместе пройдем. Хорошо, придумал, давай. О, давай про нас снимем. О, снимем о том, как мы играем в Майнкрафт. Тогда мы будем летсплейщиками. И запилим видосик на канал. Привет, что вы делаете? Это тайна. Ну и что, что тайна? А можно с вами? Нет, мы с девчонками тайны не делимся. Можно подумать. Привет, мальчики. Опять что-то замышлять без меня? Да, замышляем. Нам помощники не нужны. Можно подумать, тоже мне киборг. Девочки, может, мы пойдем к мальчикам? Может, они нам видео помогут снять? Вряд ли.
Но давайте все-таки попробуем. Привет, ребята. Привет, что надо? Да вот мы с девчонками хотим снять видео для моего канала. Не могли бы вы нам помочь? Мы конкурентам не помогаем, да, Ань? Да. А что, вы тоже что-то снимаете? Да, у нас есть свой канал на Ютубе. Ого, вы блогеры? Даже не знала. Нет, мы круче. Мы литейщики, а не те некоторые селфи Палкины. Что вы ржете? Конечно, мы литейщикам не конкуренты. Девочки, пошлите, я, кажется, знаю, о ком будет мой следующий ролик. Пока, литейщики! Удачи вам, блогеры! Вань, что за блогеры? Даже блогерского сленга не знаю. Деревня это Юлька, а выпендривается. Эх, Фимка, Фимка. Что? Правильно говорит летсплейщики, а не литейщики. Сам ты деревня. Шо? Фильмы снимались Ева Юхнова, Алина Лапушинская, Лида Жиздрова, Леша Наконечный, Влад Барский, Вадим Сивков, Никита Головач, Карина Щербина, Даша Шалабай, Настя Тищенко, Виталий Левицкий, Кирилл Стоев, Дима Чабаненко и Яна Кокоша. Автор сценария Анна Сивкова. Оператор Сергей Голубинев, Евгений Сивков. Звукооператор Дмитрий Михайлов. Администратор Яна Кокоша, Рустам Бекмурадов.